Снег растаял, у нас погода кайф. Ну а я собираюсь на Теренкур. Сейчас покажу вам немножечко дорогу на Теренкур. Вот Дивноморская, она такая улица. У нее вид на море. С нашей улицы сразу видно море. Но вот таких, наверное, пеших тропиночек вы не видели. А Сочи, он весь усыпан вот такими пешими тропиночками. То есть это сервитуты между домами, которые дают возможность подняться быстро очень в гору, а не петлять пешком. Потому что здесь везде горы, и, соответственно, дороги здесь не такие, как в обычной местности, ровные, широкие. А у нас, например, чтобы пройти какой-то квартал домов, нужно пройти вот по такой дорожке. И выйти. Вот. Раз сразу, и ты уже вышел ближе к курортному проспекту. То есть все очень так достаточно близко. Вот. Такие вот дома здесь. Покажу вам немножечко. Чтобы вы ориентировались немножко, да, вы понимали, где я нахожусь. Дивноморская, вот это вот улица Бытхова. Вон, видите, вдалеке синий дом. Это Белый дворец. Вот гостиница, такая хорошая, неплохая гостиница и гостиничка. Ну и я люблю эту дорогу, потому что по этой дороге я ухожу очень быстро вправо уже к центральному Сочи, к Светлане. А влево я ухожу, получается, на Теренкур. Здравствуйте. Вот. То есть вот этот вот стадион Югспорт, который, он находится у нас вот по правой стороне Бытхи. И мы от него уже уходим либо налево, либо, соответственно, направо, либо прямо к морю. Красиво, правда? Да, я тут как-то снимала, когда снег выпал, все здесь было в снегу. И я тут снимала, может быть, узнаете вот этот домик по фотографиям. Вы видите Бытха. Красавица Бытха. Сейчас покажу вам, как застраивается, получается, склон вот Золотого Колоса. Посмотрите, ну, здесь, конечно, не очень хорошо будет видно. А вот с правой стороны, вот прямо, вот видите, прямо, это дом Бригантина называется. А вот эта вся сторона, вот там, по транспортной выше, она вся-вся-вся застраивается. Очень красиво застраивается. Такие прям там коттеджи видно, симпатичные очень строятся. Ну, наверное, не такие уж прям, чтобы вот такие, как у нас тут на Бытхе. Но все равно. У нас-то тут ого-го. Вот. Да, я побежала на Теренкур. В воскресенье вечер. Я стараюсь обязательно хотя бы раз в неделю выйти на Теренкур погулять. Потому что здоровье, спорт, выходной. Классно. Встреча с друзьями и так далее. Так что давайте увидимся. Вот покажу вам. Смотрите, какая она все-таки Бытха разная. Домики здесь тоже разные стоят. Вот, казалось бы, дом такой прям приличный, но это жилое помещение, ЖПшечка, да. Вот здесь недострой в виде дворца какого-то и так далее. А здесь вот, смотрите, вообще какая-то помойка. Ну, тут такой серьезный лакомый кусочек. Тоже будет какой-то комплекс. Так что, ух, через 5 лет мы не узнаем все это. Тут будет прям ой-ой-ой, как красиво. Ну вот, смотрите, я вам как раз проговаривала о том, что транспортную улицу застраивают. А вот она, Бригантина. Вот она, Бригантина. Это Золотой Колос у нас виднеется вот там. А вот эта улица транспортная. А раньше она вся была вот в таких маленьких частных домиках. Домиках, как вот эти вот. Смотрите, вот видите? Малышечки такие. А сейчас ее расстраивают и застраивают вот такими коттеджами. Давайте сейчас я поприближу маленечко, вы увидите. Коробочки пока стоят, вот, коробчоночки. Но это прям будут такие вот либо малоэтажные дома, либо, соответственно, частные постройки коттеджного плана. Вот.
на тренкур я попала. Сейчас вам покажу, как тренируется на Югспорте команды. Вот. Такой огромный-огромный стадион. Его очень хорошо видно с Бытхи, с какой-то части. В этой стороне Югспорт и начало Теренкура. Здесь Камелия и вход на Теренкур. Я очень люблю этот пляж Камелия. Мне он очень-очень нравится. И летом, когда есть возможность, я обязательно его навещаю с друзьями.